Оценить красоту Алматы с высоты птичьего полета теперь могут жители и гости южной столицы Казахстана. После реконструкции на Коктюбе заработал высокогорный парк со смотровыми площадками и колесом обозрения. Добраться на вершину можно на новой канатной дороге. Тимур Сандыбаев прокатился с комфортом. Вот эти два вагончика поднимали гостей и жителей южной столицы на гору Коктюбе. Их называли просто «синий» и «красный». Теперь это уже история. На смену им пришла новая современная канатная дорога. Добраться на высоту более 1000 метров можно за 5 минут, безо всяких очередей. За час новый подъемник способен перевести 750 туристов. Мы с запасом двигатель, канаты, все с запасом взяли. Если не будет справляться, мы можем довешивать кабинки и можем пропускную способность увеличить. Канатная дорога стала безопасной и комфортной. Проект разрабатывали французы, они же и предоставили оборудование. Гора Коктюбе в переводе «зеленый холм» славится своими смотровыми площадками. Полюбоваться красивыми пейзажами сюда приезжают тысячи жителей республики и иностранные туристы. Для лучшего обзора в парке установили колесо обозрения. Его высота – 30 метров. После реставрации парк не узнать. Уже прокатился на колесе обозрения. Вид просто отличный. Но главное, чтобы не было вот смога над городом. Тогда будет еще все красивее. Приятнее. Колесо обозрения и новая канатная дорога обошлась в 8,5 миллионов долларов. Но это только начало реконструкции высокогорного парка. В планах администрации строительство большого ресторанного комплекса с национальной и европейской.